В наших выпусках мы неоднократно поднимали тему детского травматизма, рассказывали об участившихся в трагических случаях выпадения малышей и подростков из окон. В результате дети получают серьезные ранения, а нередко это приводит и к летальному исходу. Но несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, полностью исключить такие инциденты не удается. В Твери вновь произошел драматичный случай падения ребенка с балкона. На этот раз малыш пытался удержаться на балконе третьего этажа, но не выдержал и упал. Подробнее об этом происшествии читайте на сайте нашего медиахолдинга «Панорама Про». И, конечно, будьте бдительны, помните, что в первую очередь ответственность за безопасность маленьких детей лежит на их родителях.